Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Интернет-телевидение ТВ Балти продолжает проект «Советы на все случаи жизни». И сейчас мы в гостях находимся... Добрый день, меня зовут Алла Тяна. Есть маленький, но очень мудрый совет, с которым я хотела поделиться с вами. Говорят, что был блеск и богатство, могущество трона, всемирная слава, хвала и почет. И было кольцо у царя Соломона. На нем была надпись «И это пройдет». Так давайте любить жизнь здесь и сейчас. Давайте ценить то, что у нас есть. Потому что мы созданы для того, чтобы любить, создавать здесь и сейчас. Вот это самое главное. Люблю вас. Всего самого хорошего.